Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. И сегодня Рождество Христово. Всех поздравляю с Рождеством. И мы идем на праздничное мероприятие, посвященное празднику Рождества Христова. Вот это комплекс Сергиева Слобода. Ну, мы уже были с вами здесь. Народ идет на праздник. Кому интересно, что будет на празднике, оставайтесь с нами. Что-нибудь покажем. Вот строящаяся церковь по пути. С видом на Нижний Новгород. В общем, вот этот комплекс называется Сергиева Слобода. Такие места есть в нашем городе. Симпатичные. Вот церковь строящаяся. Служба, наверное, закончилась. Звонят колокола. Вот такие иконки и шоколадку дали деткам на входе. В общем, вот площадь Георгия Победоносца. Сегодня мы пришли на праздник, посвященный Рождеству. Но народу много собралось. Пока какой-то батюшка говорит речь. Елочка рождественская. Молодцы, молодцы, хорошо. Спрятались. Вот памятник Георгию Победоносцу. Площадь Георгия Победоносца. Сегодня, как и много веков тому назад, мы веруем и надеемся. Много на площади сегодня собралось народа-то. Щедрых пожеланий, добра, церковь строящаяся. Вот такая красота. Олени, Дедушка Мороз светящийся. О, чудеса. Можно фотографироваться. Ух ты, какой красивый Дедушка Мороз-то. Красавчик. Трон, Снегурка, олени. Я здесь и не была. А у нас тут что-то деется-то. Вот маленький олененок, большой медвежонок. Что ты? Все дела. Все для народа. Вот такой мишка. Девчонки сказали, на собаку похож. Да это ж Умка. Какая собака? Подснежные батуты. Под снегом. Ну что, Евгения? Только не провалитесь туда на пару-то. Даже зимой можно прыгать. Но надо же. Девчонки танцуют. Давайте фигура третья. Правильно, молодцы. Ножками топаем, ручками хлопаем. Вот. Фигура
наблюдать, как Нижний Новгород светится огнями. Колесо обозрения, высотки. Ну, плохо, конечно, видно, размыто, потому что у нас тут снежок идет. Ну, в общем, вот, видите, до Нижнего рукой подать. А вот мы. Вот это у нас элитная многоэтажка, ну, многоквартирный дом элитный построился. Вот она, рождественская елочка. Дедушка Мороз пришел, пойду погляжу. Большой-большой круг вокруг нашей красавицы елочки. Можно несколько кругов. Берем. Ну и пошли в хоровод все. Я за ними бегу. Уже темно стало. И освоить все зимние виды спорта. Готовы с нами? Не стоим, не мерзнем, а повторяем за нами. Первую строчку говорю я, а потом повторяете все.